Научно-производственное предприятие «Технология» имени Александра Ромашина, входящее в госкорпорацию «Ростех», приняло участие в 5-м международном арктическом форуме «Арктика. Территория диалога». Мероприятие, посвященное обсуждению перспектив развития северного региона, проходило 9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге. Обнинское предприятие имеет большой опыт разработки и серийного выпуска наукоемкой продукции с уникальными свойствами для оснащения техники, работающей в экстремальных условиях. Например, рубка ледокола России имеет обнинское остекление. Линейка продукции, которую технология готова выпускать в рамках реализации проектов по освоению арктического региона, включает в себя более 20 наименований. По скайпу мы связались с директором по развитию гражданской продукции ОНПП-технологии Михаилом Удаловым, рассказавшим о работе форума. В рамках сессии обсуждались вопросы нормотворческого характера, то есть обеспечение нормативной документации, стандартизация деятельности в Арктике, разработка в целом стандартов по развитию арктической территории. Также обсуждались технические моменты, связанные с разработкой новых материалов и технологий с учетом экстремальных условий арктической зоны. В данном случае вот как раз в этом направлении наше предприятие готово включиться в работу, а также в направлении стандартизации, то есть состоялся разговор с руководителем Росстандарта, который нашу инициативу воспринял положительно и, соответственно, ждет от нас соответствующих предложений. Аналогичные совещания, так скажем, встречи проведены с руководством ОСК, так как Северный морской путь является ключевым направлением сейчас путем развития арктической территории. Также они, соответственно, ждут от нас предложений в части материалов, которые могут быть применены в данной зоне с экстремальными условиями.